На Элистинском ипподроме прошел очередной день испытания лошадей. В скачке на приз зимы среди двухлетних полукровных кобыл победила рыжая диадема, владелец Утнасын Савкаев. Приз пепла среди двухлетних полукровных жеребцов выиграл рыжий Рембрандт, владелец и жокей Дарджи Даджиев. Приз анилина среди чистокровных трехлеток выиграл рыжий жеребец Френч Келевра, владелец Борис Наранов. А в состязаниях за приз жокей клуба среди лошадей четырех лет и старше победила темно-гнедая Флетчер, владелец Ачир Лиджиев.